В ефірі студії «Репортеру» мене звати Василь Базавлук. Українська команда посіла перше місце з 23 країн на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА серед дітей, юнаків та юніорів. Змагання відбувалися у столиці Болгарії в Софії. Сьогодні я радий вітати в студії керівника Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України в Одеській області Ірину Молоденко. Вітаю вас. Головного тренера до 18 років Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України в Одеській області Дениса Молоденка. А також чемпіонку світу з ММА до 18 років, чемпіонку України з ММА Альбіну Демідову. Вітаю тебе. Телеканал «Репортер» вітає вас такою визначною перемогою, подією для всієї країни. Перше командне місце на чемпіонаті світу. Тож, пані Ірино, розкажіть, будь ласка, як взагалі пройшли змагання, чи все відбулося, як було заплановано? Ну, если мы получили первое командное место, однозначно все произошло так, как мы этого хотели и как мы это планировали. Мы поехали в Болгарию огромной командой, 68 спортсменов, 30 тренеров. Мы к этому шли и готовились длительное время. Мы сделали прекрасный отбор на чемпионате Украины, который происходил в Одессе в мае, и где приняло участие 1200 спортсменов. Мы действительно отобрали просто самых сильных, которые всему миру доказали, что Украина достойна звания лучших в ММА, пока среди детей, и уверена, что и среди взрослых не хуже. Пане Денисе, підготовка до чемпіонату світу дуже відповідальна складова. Як взагалі готували наших чемпіонів та як оцінювати їх виступи на чемпіонаті світу? Ми вже не вперше виступаємо на цих соревнованиях. У 2019 році ребята из Одессы ездили, выступали в Италию, где тогда сборная Украины заняла второе место. Поэтому, как Ирина подметила, мы очень классно провели отбор. И, что примечательно, отбор у нас проходил на территории юридической академии благодаря Кивалову и многим ребятам, которые занимались спортивными вопросами. И это было очень классно, ярко, очень сильная Украина, после которой все тренера собрались, повезли своих спортсменов, и мы выиграли первое место. Тренировки были, да, как всегда, ничего там особо не добавляли. Мы шли своим путем уже не один год, и каждый знал, что нужно дать для того, чтобы мы были победителями, и так все и получилось. Чи вплинув карантин взагалі на загальну підготовку спортсменів, ви як головний тренер, чи казали, можливо, інші країни про нашу підготовку? Само собой, карантин подбил всех. И есть страны, которые более жесткие условия. Но я не могу сказать, что прямо у нас такие, они вольные. Нас тоже закрывали залы, мы занимались на улице, занимались на море, занимались на площадках. Боялись женщин, которые проходили с телефонами, считали там куда-то, там активным людям звонили. Но тем не менее мы могли как-то там отделяться там десятками, когда разрешали, восьмерками, в общем, ну... Тренировались и также занимались. Не только мы знаем, те тренера, которые так занимались, те и получили результат. Если бы мы соблюдали все какие-то там вот эти вот заточения, сидения, и не было бы такого результата. Хотя я не говорю, что нужно его нарушать, но закрываться и не готовиться было невозможно, потому что такое событие, к нему ни один, ни два месяца нужно было идти и выполнять задачи. Пані Ірино, наскільки мені відомо, українська делегація була найбільшою за всю історію збірної України на чемпіонатах, а також найбільшою на чемпіонаті у Софії. Скільки людей було задіяно, саме спортсменів, тренерів і всього персоналу, які працювали на такий загальний результат, який ми сьогодні маємо? А ви маєте в виду, скільки в збірної України було? Так, взагалі, скільки людей було присутні на цьому чемпіонаті? А вообще в чемпионате участие принимал 331 спортсмен. Это те спортсмены, которые прошли все этапы подготовки. Я вам скажу, что те требования, которые нам выставила Международная федерация, были достаточно тяжелыми, и наши украинские тренера, спортсмены не приучены еще к такой подготовке. У нас была очень серьезная медицинская комиссия. Сдают тесты, ну, к примеру, вот на ВИЧ, на гепатиты сдают тесты, заполняют огромное количество документов, где прописывают полностью всю историю своего самочувствия для того, чтобы организаторы понимали любой случай, что может происходить. Конечно же, тесты на COVID, что мы здоровы, что мы можем спокойно пересекать границу, ехать на турнир.
Кроме того, заполнялась вся информация о родственниках, о близких в случае вдруг чрезвычайной ситуации, к кому обращаться, как. Мы длительно готовились, очень много времени, внимания это все забрало. И если говорить о команде, вообще общей группе подготовки со стороны Украины, то ну, это однозначно более 300 человек, которые усердно, постоянно включались в работу, работали, готовили, постоянно были на связи с каждым спортсменом, с каждым максимально тренером, в некоторых случаях с родителями, чтобы все стали одним единым целым и достигли наивысшего результата. Альбіно, які твої враження від чемпіонату? Чи все було так, як ти планувала? Які суперники тобі зустрічалися? Та взагалі, як ти себе вже відчуваєш у статусі чемпіонки світу? Я себе чувствую хорошо после поездки. Это не мой первый чемпионат мира. И, к сожалению, мне попалась девочка с Украины, но хотелось бы получить больше опыта с других стран, поработать с другими людьми. И мне, в принципе, все понравилось. Буду корректировать свои бой свой, как работать дальше. Ты уже чемпионка Украины, насколько я знаю, чемпионка світу. Які взагалі у тебе плани на подальшу роботу та розвиток у спорті? Я себя вижу в будущем профессиональным бойцом в UFC. Я стремлюсь к этому. Взагалі, чому ти обрала саме цей вид спорту? Хто тебе привів в ММА, можливо, ти скажеш? Чи, можливо, ти дізналася від друзів чи від знайомих? Та що тобі подобається в такому, ну, на мою думку, жорсткому виді спорту? Я з дитинства тренуюсь, тому мене привела в спорт моя мама. Спасибо їй огромне за це, за підготовку таку. И, честно говоря, мне очень нравится этот спорт. Это как мое хобби любимое, то, что я не собираюсь от него ни уходить, никуда не бросать его. Можливо, в тебе навіть є якісь кумири? Не знаю, наверное. Ще не задумывалась, так, над цим? Ясно. Я бачу, в тебе дуже багато нагород. Можеш нам розповісти взагалі, звідки вони, чи за який вони рік? Это мои медали за 2021 год. Жалко, что был карантин, было бы намного больше медалей, понятное дело. Это вот медаль с Софии, то, что мы недавно приехали. Это Одесская область по ММА, которую проводила Ирина Молоденко с Денисом. Это чемпионат Украины, вот две медали в двух версиях. Это чемпионат Украины по грэпплингу и панкратиону. Это кубок Одесской области по панкратиону и грэпплингу, а этот кубок мира по казацкому двубою. Яка ти талановита? А взагалі в якому клубі ти займаєшся? Та що можеш сказати про своїх тренерів, які тебе виховують? Я займаюся в клубі «Кракен». Веде його моя мама. Тобі подобається, так, займатися там? Так, звісно, допомагаю. Все. Расскажи, какая основная специфика направления клуба? Как вы больше работаете в стойке, либо в партере? Как вот мама находит к тебе подход своих деток? Знаешь, как тяжело тренировать? И как тебе с мамой тренировать? И расскажи, где находитесь? Как? Расскажи. До речи, дуже цікаво. Мы занимаемся смешанными единоборствами, выступаем в различных видах соревнований. То есть мы не только в одном виде спорта, а и в разных. Поэтому столько много достижений у нашего всего клуба. Мы находимся на слободке. Дякую тобі. Пане Денисе, взагалі, які були ваші враження, коли вихованці виходили на п'єдестал та отримували призові місця? Та на вашу думку, чи підвищується рівень впізнання ММА в Україні завдяки таким досягненням наших спортсменів? Однозначно. Мы всегда чувствовали к себе повышенное внимание, когда вот одевали костюм сборной. И на самом деле очень большая гордость, когда ты идешь, и 23 страны участницы, и на Украину так очень подолго задерживают свой взгляд, потому что понимают, что ты это одни из лучших, и есть на кого равняться. И тот же пример насчет локдауна, к нам подошли девушки, тренера из Казахстана, и на очередной «Украина-Украина» крик опять «Украина выиграла», она подходит ко мне и говорит: «Слушай, Украина, говорит, похоже, одна в локдауне не сидит,
Вы очень здорово подготовились, нам с Россией показали, как нужно воспитывать детей, и теперь мы будем на вас равняться. Мне было это очень приятно, и спорт объединяет, и все русскоязычные, кто там понимал, им понимали, что они говорили, было очень приятно. А те, которые вот европейцы, американцы, также радовались последний день, подходили, предлагали менять футболки. В общем, для них Украина была, ну, как и для всех остальных, первая. И первые победители не судят. Есть большая, огромная радость как тренера. Я вообще очень большое хотел спасибо сказать всем тем тренерам, которые подготовили ребят, потому что это был колоссальный труд. У нас было 9 человек из Одесской области. Всех тренеров не буду долго перечислять, и бойцов, но каждый из этих ребят сделал очень многое. Он вошел в финал на чемпионате Украины. А как вы понимаете, если Украина самая сильная в мире страна в ММА, то у нас действительно очень мощная конкуренция. И порой на Украине в некоторых категориях было в 2 раза больше бойцов, чем на чемпионате, потому что все хотели поехать, все хотели стоять в честь страны. И у нас чемпионы становились, призеры не с одного региона, а там Одесского, там, либо какого-то. Там у нас есть чемпионы из Днепра, из Киева, из Луцка, из Донецкой области ребята тоже призовые места. В общем, отовсюду. И спасибо большое тренерам, которые победили нашу сильную страну и стояли на пьедестале здесь, в Одессе, и поехали. Не всем повезло, попадались на сильных соперников. Но, в общем, команда Одесской области очень здорово себя проявила. Я бы хотел поблагодарить в первую очередь родителей, которые своих детей отпустили на такое вот путешествие боевое. Тренеров, которые подготовили своих спортсменов. Ну, само собой, спортсменам, которые летом не так было легко, как остальным, уже конец лета. Они на море кукурузу не кушали, у них был строгий график. У кого одна, у кого две тренировки в день, и дети и вес гоняли, потому что это не тот турнир, на который как ты есть, поехал. Очень помного дети, которые весили немного с большим 50 килограмм, гоняли некоторые по 8 килограмм. Это, то есть, выше, быстрее, сильнее. Это говорит об уровне соревнований. То есть, если сравнивать его, не хочу с другими видами спорта сравнивать, там, показывать, но говорить о ком-то плохо, или там о нас лучше говорит, как действительно у нас хорошо, и как... Вот правильно заметили сегодня вот наши девочки, что мы занимаемся в клубе смешанных единоборств, у нас очень много чемпионов разных видов спорта. На самом деле такие все клубы, их знают в Одессе, те, которые занимаются смешанными. И мы встречаемся в разных направлениях, но все дерутся в ММА. И все знают, что в ММА очень-очень сильный уровень. И если вы там себя показали, проявили, то это означает, что действительно сильный клуб, сильные ребята. Поэтому все стремятся к ММА. Есть такие общие такие разговоры, все будет ММА. И кто классный вид спорта, все равно встречается и проявляет себя в клетке. Все знают, что это минимальное ограничение по правилам. Поэтому... Спасибо всем и, само собой, спасибо спортсменам большое. Жаль, что сегодня ты одна, стол не такой большой, вместить всех тех ребят, которые себя проявляли, как кулак. И ты первая, и умничка. Мои поздравления тебе большущие. У нас мало того, что у нас сильные бойцы, у нас самые красивые девочки. Кошмар, что там с тем миром творилось, когда наши украинки, участницы, наша группа поддержки во главе с женой моей Ириной на международной сайте Федерации выложили, что самая сильная группа поддержки – Украина. Они переголосили всех, выдавили своим криком. Может быть, благодаря ним мы завоевали такие достижения. Да, каждый сделал свою работу и дополнил эту картину. И, в общем, спасибо всем и очень приятно. Мы еще таки не особо отошли от дороги. Все такое еще на эмоциях, на радостях. И большая радость. Но мы не будем особо там поднимать нос вверх. Еще много впереди путей боевых. Пьедесталов, которых нужно покорять. А як взагалі в Україні, на батьківщині, українці ставляться до виду спорту ММА? Як взагалі вас зустріли вдома? Изначально, вот хочу сказать, выразить огромную благодарность Национальной Федерации ММА Украины во главе с ее руководством Рашкевич Олег Геннадьевич, Антон Бланк. Хочу обязательно не забыть и поблагодарить Виктора Кришталя и Наталью, секретаря Федерации, за ту работу, за то общение, как они шли навстречу, и даже ночью, если был срочный вопрос, они обязательно его помогали решить. Главный тренер сборной Украины Вахабжан Муратов,
Спасибо вам всем огромное. Это наше общее достижение, это наша общая победа. И действительно, как Денис уже сказал, что когда мы выступали, каждый видел какую-то свою роль в этом турнире. Когда мы видели, что наши бойцы выступают, а США как бы за своих просто даже той же фан-группой разрывает, кричит, орет, мы поняли, ребята, группируемся, все вместе, родители, тренера, спортсмены, все, кто мог, мы просто выдавливали с собой, они все, я уверена, им снилась ночью Украина, просто крики Украина им снились несколько дней подряд. Мы настолько старались быть единым целым, единой командой. Нам, ну, я скажу от себя, в Болгарии очень понравилось. Понравилось, как нас приняли. Организационный уровень понравился, с учетом даже того, что поменяли же страну. Мы должны были в Турции выступать на чемпионате мира, но в связи с карантинными условиями в Турции были проблемы, и нас срочно перевели в Болгарию. И за буквально 2-3 недели они это все подготовили, выстроили, сделали. А насчет наших девочек, все страны уже себе таких жен мечтают, не отдадим. Вот. И наши спортсменки, кроме того, что безумно такие красивые, такие просто чарующие, так еще и очень сильные. Они всему миру показали, как нужно, что нужно. Одесская область была представлена 5 девочками. Это только одна область, а со всей Украины было очень много. И, а мальчики у нас прекрасные, сильные. Ну, я скажу, что подрастающее поколение, ну, очень сильное, очень морально устойчивое, и я за будущее не боюсь. В Украине все будет хорошо. Пані в спорте. Пані Ірино, які подальші плани розвитку та популяризації змішаних єдиноборств у Національній федерації та у її регіональному осередку? Які орієнтири ви ставите та чого чекати одеситам найближчим часом? Ну, вот начинается сезон работы. Летом обычно все как бы немножко, все детки уезжают к бабушкам, к дедушкам расти, набираться сил, наедаться, как говорят. Были те наши спортсмены, которые участвовали на мире, они, конечно же, все лето работали. У них сейчас осталось еще буквально полмесяца для того, чтобы почувствовать вкус лета. И мы входим в активную стадию работы. Наша сборная едет в сентябре на Кубок мира по ММА. Из Одессы никто в этот раз не поедет, потому что слишком насыщенный график, нет возможности. А мы с сентября уже начинаем соревнования, в планах провести Кубок Одесской области, в планах провести чемпионат города Одессы. Пока зарекаемся, но посмотрим, уже на следующий год хотим взять чемпионат Украины по взрослым, по ММА и провести его в Одессе. Еще хотелось бы немножко сделать такую, как разрядочку сборами, но это уже ближе тренер расскажет, как вообще планируется работа. Но минимум в год нам нужно хотя бы 4 турнира наших внутриобластных, а дальше уже идти на всеукраинские, а и далее выходить на международные. Так, тоді що планує тренерський склад? Я очень рад тому, что у нас есть такие сильные бойцы, которые поехали. Вокруг них будут становиться такие же сильные ребята, которые занимаются в их клубах. Поэтому вот даже по своим ребятам вчера на тренировку приехал, и наши призеры с медалями показывали, детки ходили, наблюдали, как радуются вокруг них и команда, и родители, и все остальные люди, которые причастны к этому виду спорта. Поэтому я уверен в том, что в скором времени у нас будет еще более сильные команды, и мы будем конкурировать друг с другом на вот таком вот спортивном уровне и отбирать лучше для того, чтобы и впредь на чемпионатах Украины побеждать. А для того, чтобы побеждать на чемпионатах Украины, нужно отобрать тех, которые мы будем знать. Появляется со временем, мы уже не первый год занимаемся этим, ребятки, которые очень быстро и ярко попадают в общую колею, выигрывают области и едут на Украину. К слову сказать, у нас много ребят, которые стали чемпионками, призерами, чемпионами в возрасте 10-11 лет. Но они не поехали, потому что соревнования в Украине с 10 ММА начинаются, а
международный с 12, то есть эти 10-11-летние, которые также много боев бились, также побеждали, также выходили на пьедестал одесситы, получали первое место на Украине, и они не поехали, потому что они упали в возраст. И они хищными своими глазами смотрят, когда же мне уже исполнится 12, я в следующем году опять поеду и покажу, что мы лучшие в мире. То есть классный уровень, есть чем заниматься, есть над чем работать, но это такие более специфические направления, то есть каждый увидел, чего не хватило, там, либо над чем поработать нужно. Вот. И будем побеждать, будем идти и дружить и развивать не только наш ММА, а и те люди, которые приходят к нам на соревнования из других видов спорта, показывая свое такое теплое отношение. Будем ходить и к ним на соревнованиях, потому что ни для кого не секрет, мы можем также, ребята, которые занимаются в ММА, выступать и в панкратионе, как выше было сказано, боевом, самбо, в рукопашном, во всестилевом фулл-контакте карате, для того, чтобы не только, как Ирина заметила, 4 раза в год. Если мы будем выступать 4 раза в год, то у нас не будет ярких побед. А вот те ребята, которые есть лучшие, они практикуют себя в приближенных, похожих видах спорта. Поэтому мы бы хотели бы так бы сказать о том, что мы очень рады будем всем направлениям боевых искусств, которые посчитают, что они могут выступать в клетке, и ознакомим и с правилами, и с возможностями проведения, со всем остальным. Поэтому мы всем рады. ММА – это смешанное единоборство, поэтому мы призываем всех участвовать. Пожалуйста, всем можно. И когда будет турнир, мы оповестим об этом всему городу. Еще хотела бы немножко дополнить. Мы говорили слегка, вот был вопрос нашей спортсменки о кумирах. На чемпионате мира были кумиры, которых знает весь мир, и наши спортсмены, спортсмены фотографировались с ними, и сейчас даже пересказывают некие там истории. Он подходил, он здоровался, спрашивал, как бой прошел. К примеру, главный судья чемпионата мира – это Марк Годдард, это один из основных рефери UFC, которого работу все смотрят, судьи равняются к его работе. Для спортсменов он уже некая история развития ММА. Кроме того, был тренер Конора Макгрегора. Он свободно разговаривает на русском языке, что вообще нам облегчило общение, и девчонки подходили там, смеялись, радовались, что он рядом, мальчишки. И он желал нашей команде, украинской команде, победы. И нам это было очень приятно. Мы уже, в свою очередь, высказали свое отношение к его спортсмену, что мы любим в нашей стране Конора Макгрегора и желаем сейчас ему выздоровления после последнего боя на UFC. И даже один из наших спортсменов записал ему видео с тем, что он его является поклонником и желает удачи, успехов и развития. И Украина радуется, что ММА настолько интересный, настолько знаменитый вид спорта, и мы в нем. Дякую вам за сьогоднішню бесіду. Дуже така тепла, чемпіонська атмосфера. Ще раз вітаємо вас з перемогою та бажаємо подальших визначних досягнень. Нагадаю, що гостями студії були керівник Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України в Одеській області Ірина Молоденко, головний тренер до 18 років Національної федерації змішаних єдиноборств ММА України в Одеській області Денис Молоденко, а також чемпіонка світу з ММА до 18 років, чемпіонка України з ММА Альбіна Демідова. Дякую тобі і бажаємо тобі ще більше, щоб тільки твої нагороди примножувались. Спасибо большое, що у нас в області є чемпіонка, і вся Одеська область тобі гордиться. Спасибо тобі. В студії працював Василь Базавлук. Будьте здорові, підтримуйте наших спортсменів та залишайтесь з репортером.